Телерадиоканал «Страна FM» представляет программу «Зарубежка». Музыкальное путешествие в прошлое. Слушай, смотри. Самые горячие иностранные хиты и новинки. Ведущий Влад Кутузов. Всем большой привет, друзья! Говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». Меня зовут Влад Кутузов, в эфире очередной пока еще летний выпуск программы «Зарубежка». И в этот раз я предлагаю отправиться настолько далеко, насколько мы еще не отправлялись в наших перемещениях по времени. Итак, сегодня это будет год 1983. И в ближайшем часе услышим только лучшие песни, которые появились на свет ровно 34 года назад. Ну и давайте уже начинать! «Зарубежка». Ну а начнем зарубежку, как и всегда, с самого нового и самого свежего. Эта певица начинала когда-то, кто бы мог подумать, с блюза и металла. И даже ее прежний бойфренд числился гитаристом в одной из хард-роковых групп. Но потом, видимо, настоящая девочковая взяла вверх и уверенно ушло в русло поп-музыки. Но правда, такой очень крепкой и очень качественной. Итак, первая музыкальная новинка у нас сегодня — это Деми Ловато и песня «Sorry Not Sorry». Огонь недели. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad bitch, and baby, I'm the baddest. You fucking with a savage, can't have this, can't have this. And it'd be nice for me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. Kissy boo boo. Got me feeling so good. Showing you up like I know that I would. Baby, I'm sorry. Go on and stop it. Don't tell your mother. Ну а теперь, друзья, давайте уже отправимся в далекое прошлое. На повестке дня, напомню, у нас сегодня год 1983. По результатам одного из опросов, этот человек был признан самым влиятельным музыкантом прошлого столетия. Вообще, с ним связано столько самых разных историй, легенд и мифов, что рассказывать их можно практически бесконечно. Но он действительно был фигурой просто мега значимой, и не только в музыке. Так вышло, что в январе прошлого года его не стало, но он успел сделать так много, и за это этому гениальному
этому человеку огромное спасибо. Если вы еще не догадались, то речь идет, конечно же, о Дэвиде Боуи. И 34 года назад вышел его суперхит под названием «Let's Dance». Давайте посмотрим и послушаем. 80-е. Зарубежка на стране FM продолжается. Сегодня мы с вами в самом начале 80-х. И именно в то время было придумано, спето и записано очень много песен, которые тогда стали большими хитами. И потом уже позже, спустя много лет, смогли повторить свой прежний успех. То есть вот та самая история, что снаряд два раза в одну и ту же воронку не попадает, это в данном случае какая-то неправильная история. Лишнее тому доказательство песни «What a Feeling» Ирэн Кара, которую вы, друзья, все прекрасно должны знать, если не в оригинале, то в более современном звучании. Но мы будем слушать и смотреть исключительно первоисточник, то есть саму Ирэн Кару. Кстати, за эту песню в свое время она получила престижную награду Грэмми. 80-е. Nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world
Зарубежка. А кто из вас, друзья, хочет прямо сейчас посмотреть, как выглядели легендарные Depeche Mode ровно 34 года назад? У нас есть такая удивительная возможность, и мы ей обязательно воспользуемся, потому что именно в 83 году группа выпустила свой третий студийный альбом, который назывался Construction Time Again. И, пожалуй, самой яркой оттуда стала песня Everything Counts. Вообще, Depeche настолько любимы в нашей стране, вот только в июле собрали полный стадион, и уже в феврале следующего года приедут снова, ну и без сомнений, будет снова аншлаг. Ну а сейчас давайте посмотрим и послушаем то, что я ранее вам обещал. Кстати, Дэйву в этом видео, обратите внимание, всего лишь навсего 21 год. 80-е. Зарубежка. Друзья, мы с вами периодически слышим, что якобы вот раньше песни какие надо, песни писали от души, а вот сейчас это набор слов, который просто подходит по звучанию. Ну, во-первых, и в наше время очень много отличных песен, а во-вторых, и тогда, много-много лет назад, появлялись настоящие шедевры, причем шедевры не в кавычках, от очень именитых музыкантов, которые были написаны именно таким образом. В прямом смысле этого слова, при помощи словаря для рифм, да-да. Например, так поступили Майк Олдфилд и Мэгги Райли, когда сочиняли Moonlight Shadow. То есть текст в данном случае собирался просто из отдельных слов. И эту песню, кстати, ни капли не испортила. В 83-м она стала настоящим и большим мега-суперхитом. 80-е. Trees that whisper in the ear.
Зарубежка. Существует отдельная категория песен, которые, помимо того, что сами по себе хороши, имеют еще и какую-то удивительную и волшебную магию. Тут и словами особо не передашь, это прям совсем тема на ментальном уровне. И вот одна из таких композиций вышла в 82-м году и позже, как раз уже в 83-м, который мы с вами сегодня исследуем, достигла вершины чарта Billboard Hot 100, а также третьей строчки в чарте UK Singles Chart. Ну, самое время сообщить, о чем, собственно, идет речь. Это американский коллектив Toto. Сейчас они выступают изредка, ну а вот эту песню до сих пор, спустя 34 года, по-прежнему можно услышать то здесь, то там. Называется она «Африка». 80-е. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Зарубежка. Всем еще раз огромный привет, говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». В эфире программа «Зарубежка». Меня зовут Влад Кутузов, и вашему вниманию музыкальная подборка лучших песен 83-го года. Поехали дальше. По поводу тембра голоса этого музыканта ходили самые разные слухи и легенды. Говорили, что он даже сделал в свое время какую-то очень сложную операцию на связках, чтобы достичь такой вот фирменной хрипации. По другой версии, его голос стал таким благодаря тяжелым упражнениям, которым артист изнурял себя долгие годы в начале карьеры. Но есть еще и один вариант развития событий. Третий вокал этого шотландского певца был таким просто от рождения. Вот так все легко. Я лично последнего варианта и придерживаюсь. Ну и давайте уже к виновнику торжества перейдем. Год 1983, конечно же, это Род Стюарт и песня «Baby Jane». 80-е.
Зарубежка. Все-таки, друзья, в начале 80-х было прекрасно. А кто те времена застал уже в трезвом уме и здравом рассудке, для нас это еще и совершенно потрясающие воспоминания, связанные не в последнюю очередь, конечно же, с музыкой. Но мы ненадолго перенесемся в настоящее, сюда, в год 2017. Прошлое прошлым, а о реальной жизни тоже забывать нельзя. Музыкальная новинка еще одна у нас прямо по курсу. Молодая американская певица Биа Миллер с песней «Like That». Кстати, весь клип девушка едет в кабриолете и изливает свои страдания нам с вами на радость. Давайте прямо сейчас посмотрим и послушаем, как все это происходит. Огонь недели. Can see it from the way you're looking at me. You don't think I'm worth your time. Don't care about the person that I might be. Offended that I walk the line. So what if I'm not? So what if I'm not everything you wanted me to be? So what if I am? So what if I am more than you can see? When you treat me like that, when you treat me like that, it's pushing me harder, it's pushing me harder. When you're breaking my back, when you're breaking my back, I only get stronger, I only get stronger. We should've walked away one year ago when you said I couldn't make it out alive. When you treat me like that, when you treat me like that, I only get stronger, I only get stronger. When you treat me like that, as far as I can tell, it's kinda crazy that you even care at all. Convincing everybody you can save me, but you're the one who made me fall. So what if I'm not? So what if I'm not everything you wanted me to be? So what if I am? So what if I am more than you can see? When you treat me like that, when you treat me like that, it's pushing me harder, it's pushing me harder. When you're breaking my, when you're breaking my back, I only get stronger, I only get stronger. I should've walked away one year ago when you said I couldn't make it out alive. When you treat me like that, when you treat me like that, I only get stronger, I only get stronger. When you treat me like that, why you wanna see me bleed? Why you wanna watch me fall apart? Try to find the worst in me, but I won't follow you into the dark. When you treat me like that, when you treat me like that, it's pushing me harder, it's pushing me harder. When you're breaking my back, when you're breaking my back, I only get stronger, I only get stronger. I should've walked away one year ago when you said I couldn't make it out alive. When you treat me like that, when you treat me like that, I only get stronger, I only get stronger. When you treat me like that. Зарубежка. Друзья, мы с вами по-прежнему в 83-м году, и я продолжаю знакомить вас с самыми популярными хитами того времени в программе «Зарубежка» на стране FM. Итак, в начале и середине 80-х этот британский коллектив конкурировал с другими британцами «Duran Duran» за внимание американских и европейских слушателей. Ну, если честно, то битва эта была ими проиграна. Но свой след в истории современной поп-музыки парни все-таки оставить успели. Песня «True», лидер многочисленных хит-парадов, признана одной из самых характерных и популярных композиций романтического направления в музыке 80-х. И она на самом деле очень и очень хороша. Ну а сама группа называлась Spandau Ballet. 80-е. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe-to-toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I want a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line?
again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. Зарубежка. Зарубежка продолжается, и этот легендарный, теперь уже не существующий коллектив в некоторых других выпусках программы у нас уже звучал. Но поскольку сегодня речь идет о лучших песнях 83-го, без Eurythmics ну просто никак. Именно тогда появилась их, пожалуй, самая успешная за всю историю существования дуэта песня под названием Sweet Dreams. Кстати, есть мнение, что в значительной степени успеху композиции способствовал клип благодаря своей необычности и пронзительности, получивший активную ротацию на только что запущенном канале MTV. Публику тогда экзальтировал образ Энни Ленокс с оранжевыми короткими волосами. Ну давайте и мы с вами уже вспомним, как все это выглядело. Eurythmics и песня Sweet Dreams. 80-е. Это композиция умеренно оживленного темпа, написанная в тональности фа-ди, ес-минор, выдержанная в жанрах фанка, ритм-н-блюза и дэнс-попа. В ней используется 12-тактовая блюзовая аккордная последовательность. Песню открывает звучание стандартных барабана и тарелки с едва заметным эффектом реверберации. Не догадались, друзья, о чем идет речь? А если я скажу, что именно она в числе других немногих является одной из самых революционных песен в истории популярной музыки вообще за все время ее существования. И год у нас
не забывайте, 83-й. Ну, на самом деле, тут вариантов-то немного. Я бы даже сказал, что вариант всего-навсего один. Да-да, это именно он и именно та песня. И тогда, 34 года назад, его альбом «Триллер» совершил настоящий большой переворот. И вторым синглом с него стала легендарная «Билли Джин». Конечно, это Майкл Джексон прямо сейчас в программе «Зарубежка». 80-е. Зарубежка.
Ну а сейчас, друзья, еще одна песня, без которой сегодняшняя программа выглядела не совсем правильно, потому что в ней явно бы чего-то не хватало. Поэтому предлагаю последнее вакантное место закрыть, не откладывая дело в долгий ящик. Этот сингл стал одним из крупнейших хитов 83-го года. Он 8 недель возглавлял Billboard Hot 100 и 4 недели находился на вершине UK Singles Chart. Песня была награждена 2 премиями Грэмми. Это «Песня года» и «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». Но мне остается добавить, что группа носила название «Police», а ее лидера вы и так прекрасно знаете и помните. Великий человек и великий музыкант Sting. Ну и, собственно, сама песня, которая называется «Every Breath You Take». 80-е. Примерно так, друзья, обстояли дела на поп-музыкальном небосклоне ровно 34 года назад. И согласитесь, удивительные песни нам оставили в наследство музыканты. Но не будем застревать надолго в далеком прошлом. Во-первых, это вредно для психики, во-вторых, настоящие тоже вполне себе ничего. Станет ли следующая песня хитом на века, покажет время. А мы с вами сейчас просто оценим последнюю на сегодня музыкальную новинку. Поступила она от группы The Script и называется Rain. Woke up this morning, can't shake the thunder from last night. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, now my world it don't seem right. Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain when you leave. It's such a shame. We fucked it up, you and
to hear in the arms someone new. But I'd rather be there under the covers just with you. Oh, 'cause you were my everything. Now I don't know what to do. Oh, I'm caught up in the storm. 'Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain. When you leave, it's such a shame. Ну вот и все, друзья. Все песни на сегодня проиграны, клипы просмотрены. Если забыл про кого-то из артистов, не страшно, вспомню в следующий раз. Благо, встречаемся мы каждую неделю. Всем вам спасибо за то, что слушали и смотрели. Как и всегда, встретимся ровно через 7 дней. Место и время остаются неизменными. С вами была программа «Зарубежка» и я, Влад Кутузов. Смотрите и слушайте телерадиоканал «Страна FM». Пока, бай, чао. «Зарубежка».